Всем привет, с вами Лимончик, и сегодня мы начнем заново Lime Story. И, как вы помните или не помните, у меня было две серии по выживанию в Майнкрафт, но я решил, что выживать в обычном Майнкрафте будет не так интересно, поэтому я решил выживать с модами. Так, делаю поменьше, потому что у меня подлагивает немного Майн. Так, ну, как бы, тут моды, не так много модов, смотрите. Даже не показывается. Так, Industrial Craft, BiblioCraft и еще там где-то был, я точно не помню. Но это все пополняется, и можете предлагать свои моды в комментариях, а мы ищем, как всегда, купание дерева. Ускорение тут будет, да? Поехали. Могли заметить, но он рядом тут деревня. Пойдем возьмем покушать. Придется, наверное, сейчас деревню с забором положить или класть. И будет все отлично просто. Так, покушать. Так, что у нас? Так, ты. Но... Не работает. Давайте сейчас сундук прибыли. Давайте этот дом будет нашим. В принципе, строить дом не вижу надобности сейчас, потому что тут есть дома уже какие-то плохие. Так, сейчас найдем. Вот, нашел. И возьмем здесь сундуки вещи. Ой-ой-ой. Крутые вещи, если честно. Там. Ладно. Так, вижу печки. Сразу же давайте жарим. Так вот. Сюда выпадает, я не знаю. Реверсии есть? Нету такого. К сожалению, такого тут нету. Так. Тут у нас тропический лес, да? Вот так вот. Тут есть. Ничего такого интересного вроде нету. Так, пойдем. Покушать сейчас возьмем. Морковка есть. Нет, это картошка. Мне нужна морковь. Или вот это вот. Сейчас выживать. Так, сейчас нам нужно будет сделать забор и облучить всю деревню этим забором. Шариться дальше. А сейчас мы будем делать забор. Так, я буду где-то верстак в каком-то доме. Вот он будет. Так. Делаем всего доски. И делаем забор. Нам это, конечно же, не хватит сейчас. Давай сначала этим, потом уже. Сюда. Поехали. Сейчас, наверное, тоже буду скорее, потому что это очень долго и. Ну что ж, поехали под музыку. Believe!
Так, ребят, вот так у нас как-то получилось, в общем-то. Вот я обложил почти всю деревню забором, но дерева у меня, увы, не хватило. Я уже закончу это все вне видео, наверное. В следующей серии я покажу все, что сделал. А сейчас мы пойдем, наверное, в шахту. Думаю, немножко подобываем ресурсов. Нам нужен уголек и не помешало бы железо. Давайте сделаем каменную кирку. Берем ее, и вот здесь отличное местечко, все нет-то. Так, земля у нас, лопату я не сделал, копаем киркой. Копаем, что-то много земли-то, ну ладно. Так, копаемся. Так. Вот у нас уже камень-то. Давайте добудем. Это все дело у нас понадобится, конечно же. Так, сейчас нужно будет. Так, медь, она не очень нам сейчас нужна, хотя, не знаю, медь всегда нужна вроде бы. И просто из меди делается провода, из проводов все остальное, в принципе, житель мешается, уйди. Придется, наверное, его убить сейчас, если он будет сильно мешаться. Так, копаемся, еще медь у нас тут, и уголь. Уголь тоже нам нужен, потому что я буду, блин, мне придется его убить, потому что он мешается. Так, убили. Уголь нужен для того, чтобы осветить всю деревню, сделаем факела и освещу. Это уже тоже в следующей серии я покажу вам все это дело. Так, копаем уголь, и думаю, этого будет достаточно, в принципе. И я не хочу просто затягивать серию надолго, потому что... Я сам бы не хотел смотреть серию 20-минутную, и поэтому я ускоряю все моменты, которые неинтересны. И вот так как-то у меня получаются ролики. Так, много угля тут. Давайте добудем немножко. И на потолке у нас тоже уголь. Так, добываем. В принципе, вот так хватит. Выходим отсюда теперь. Вот тут у нас уголь, давайте. Выходим. Итак, вот такая вот у нас серия получилась, ребята. Все остальное я закончу уже вне видео, освещу деревню и все остальное тоже. Так, вот такая серия. Если вам понравилось, ставьте лайк, предлагайте свои моды в комментариях. Тут у нас картошка была, забираем. Так, предлагайте свои моды в комментариях, и я обязательно их добавлю. Так, уж не надо. И, ну что ж, всем пока, ребята. С вами был Лимончик. Всем пока.